Вы на канале «Я Дима». Сегодня у меня новый набор, называется «Нападение индораптора на поместье Локвуд». В этом углу у нас изображены герои набора. Индораптор Блю, Оуэн, Клэр, Мэйси, Кэн, Гюнар, Элли и Бэби Дина. Еще мы видим, как выглядит поместье. Здесь мини-фигурки, а здесь динозавры дерутся. Блю дерутся с индораптором. Давайте посмотрим, что с другой стороны коробки. С этой стороны мы видим, как поместье выглядит внутри. На крышу мы видим Блю. А индораптор хочет достать Блю и залезает на крышу. В комнатах мы видим, что делают герои фильма. Мэйси испугалась индораптора и хочет от него спрятаться под кровать, чтобы он ее не съел. Клэр спасает яйцо от индораптора. Оуэн прыгает с топором, хочет побить, наверное, Кена. Тут мы видим, как индораптор выбивает окно. Блю и Клэр смотрят, как индораптор падает с крыши. Индораптор и Блю дерутся. Мэйси смотрит на карту, а Клэр хочет убрать в секретное место коготь индораптора. На этой картинке показано, как Мэйси прячется под кровать. Здесь мы видим, что Клэр хочет забрать коготь индораптора. Ну вот, коробку я вам показал, теперь давайте ее откроем. В наборе 6 пакетов. И сейчас я их буду собирать. Вот я и собрал набор. Посмотрите, какой он классный. Смотрите, а кто это у нас сидит на крыше? Это же Блю. Вот проказник. Да, ребята? Давайте посмотрим на поместье. Здесь есть балкончик, 8 окон, центральное окно, вход, а на крыше 2 трубы. Но самое интересное это внутри. Начнем с первого этажа. На первом этаже стоят красные вазы с цветами. Вот они. Рядом с вазами стоит голова трицератопса. Давайте посмотрим ее поближе. Так она выглядит сзади. И сразу видно, что это трицератопс. Вот здесь три рога. И вот этот воротник, который у него на голове, он двигается, кстати. Вперед-назад. Вверх-вниз. Вот так вот двигается. Сбоку мы видим две картины. Я не знаю, что это за динозавр. Ребята, если вы знаете, напишите, пожалуйста, в комментариях. А с этой стороны у нас нарисованы велоцирапторы. Давайте рассмотрим второй этаж. На втором этаже у нас лаборатория. Там у нас Бэби Дина. Там какие-то приборы. Наверное, Бэби Дина исследуют. Там коготь индораптора, а дальше микроскоп, где изучает кровь, смотрит, какой там ДНК. Дальше идет компьютер, там ДНК, коготь и картинка индораптора. На третьем этаже мы видим Клэр, как она изучает карту. Давайте посмотрим, что там под кроватью. А под кроватью у нас спряталась Мэйси. Она спряталась от индораптора, трусишка. А на крыше у нас есть окно, которое проваливается. Смотрите, как это делается. Вот так она проваливается. Это создано для того, чтобы индораптор залез на крышу. Он достаточно тяжелый, чтобы крыша под ним провалилась, и он свалился с дома.
Видали, как грохнулся? Еще у нас есть 6 героев фильма. Первый – это Оуэн. Он надет в коричневую жилетку, в синие штаны, в голубую рубашку, а в руках у него топорик. Вторая фигурка – это Клэр. Она одела коричневые штаны и зеленую рубашку. Она полностью такая же, как в наборе «Побег от Карнотавра». Следующая фигурка – это Мэйси. Она одела полосатую футболку, красную куртку и синие штаны. Дальше идет Элли. Он в черном костюме и с молотком. Гюнар тоже стоит в черном костюме и с рацией. А Кен надел светло-бежевую рубашку, темно-бежевые штаны и кепку. У него коричневый патронтаж и пистолет в руках. Еще в наборе есть вот такой прикольный мотоцикл. Вот так он ездит. Быстрый. Следующая фигурка – это Блю. Движутся ноги. Хвост резиновый. Руки тоже двигаются. Голова движется на 360 градусов. И открывается, закрывается пасть. Вот такой прикольный Блю. Ну и самая классная фигурка – это Индораптор. Мне он очень нравится. У него двигается голова по кругу на 360 градусов. Двигается вверх-вниз. Двигаются его руки и кисти. У него двигаются ноги вперед-назад. И хвост тоже двигается. На трещотке. Вот такой прикольный Индораптор. Зубастый. Смотрите, укусит. Сейчас я вам покажу, как в руки можно поставить фигурку. Так. Вот так вот он может нести. Спасите, помогите! Я тебя никому не отдам! Спасите! Ребята, если вам понравился этот конструктор, пишите в комментариях отзывы. Лично мне он очень понравился. Сейчас пойду с ним играть. Да, и не забудьте поставить лайки. Пока-пока. Подпишись и лайк поставь. Лайк.